Всем привет, у нас вышла первая альфа на Hello Ghost. Давайте стартовать. New game. Смотрите, нам предлагают играть за девушку, либо за мужчину. Давайте выберем за мужчину. И кто же этот мужчина будет? Ведь явно не сосед. Потому что у него внешность была другой. Мы куда-то выдвинулись на своем велике. Приехали к тому самому парку развлечений. Может быть, мы и есть сторож, и мы сейчас хотим устроиться на работу. Слышите, ворон закричал. И там статуэтка ворона. Реально. У нас есть какая-то карта в руке. Да, похоже, мы устраиваемся на работу. Карта, как ее посмотреть? Бам. Так, есть фонарик. Берем карту. Да, она в принципе не нужна, это же не GPS. Все, побежали. Ну-ка, куда можно ходить? Можно даже за пределы забора выходить. Что? You want to leave shift? Да. Вы уволены. Точно. Я смотался за пределы парка аттракционов. Это, возможно, просто мой первый день работы. Я никуда не устраиваюсь, я уже устроился. Нам показывают полную историю именно сторожа. А почему он весь израненный-то? Настолько опасно сторожить парк развлечений? Так, давайте опять. Ах, ты можно было пропустить. Ладно, бежим. Смотрите, прикольно. Ну-ка, а если я все-таки выскочу и нажму нет? Меня обратно вернули куда-то. Причем я уже у парка развлечений. Это курьез. Так, можно выкинуть еще и фонарик. Сосед здесь есть. И он меня собирается отпугивать снова. Вот это фантастика. Здесь-то меня уже не уволят. Есть ли здесь те самые вандалы? Смотрите, бам, вау. Могу также перемещаться. А Тини Билд-то не забросили игру. Ура. Куда прыгаем, куда прыгаем? Недолет. Так, домик на дереве, причем огроменный. Закрыто. А как перебираться? Спидранным методом, что ли? Ну-ка, давайте. Бам, ничего себе, летаю. Так, забор где? Ах ты, так вот забор-то. Я его перелечу легко. Все, смотрите, в домик заходим. Мега освещение. Ах ты, закрыто тоже. Рычаги. Нет, туда нам не попасть. Смотрите, первый, второй. На первый, второй рассчитайся. Одно понятно, что мы здесь сторож. И мы должны охранять парк аттракционов от всевозможных вандалов, которых я пока не вижу. Так, то есть это была зона лишь моего домика? Если да, то разгадка вся здесь. Давайте смотреть. Что здесь не хватает? Все ли на месте? Первый. Второй. Ух ты. Их еще можно поворачивать. Так, первый кабель у нас идет вот сюда. Наверх. Они все в дом идут все равно. Смотрите, сосед здесь ошивается. Было ли запланировано, что люди заходят в дом? Да. Таким образом я открою этот домик. Если все угадаю. Еще провода идут. И они тоже идут в дом. И он, кстати, очень многоэтажный. Так, а как мы попадем обратно к соседу? Давай. Долетел. Ну да. Перемещаемся через сарайку. Вон и сосед носится. Я ему, конечно, могу специально попасться. А где ты? Ах ты, моя смена вышла.
Смотри, первый день отработал. Еще есть объекты без текстур. Так, и где мы там были? А, вы уволены. Вот как. Бам, сюда убежал. Нет, нажал. Я уже у парка развлечений. Значит, идем не к дому. Так, что на вывеске написано? Ничего, она пустая. Стену уронили, написано Hello. Что еще есть интересненького? Так, это я, похоже, иду обратно. Да, обратно иду. Мы сейчас зашли в парк аттракционов. Соседа можно пугануть. Ох ты, дорога вверх. Во! Да где ты там? Будка, смотрите. Еще одна. Так, дайте попасть к вам. Security пост. Вот мой пост-то. Ура, я нашел. Мне сейчас задание дадут. Yes. Ну-ка что? Прибыть на смену, проверить вершину горы. Прибыть на смену есть. Проверить вершину горы нет. Вершину именно горы. Так, что здесь есть интересненького? Фонарик можно убрать? Нет, давайте возьмем обратно. Полочки выдвигаются. Все прям соседское. Все узнаваемое. Так. Холодильник. Вода не течет. Телефон не берется. Так, у нас смена скоро закончится. Ой. Вершина горы-то где? Смотрите, он в руки смотрит. И там какая-то большая крыса, либо большой ворон. Так, лапа. Лапа упала. А Роза упала на лапу Азора. Ничего себе, нам нужно бежать туда. Это и есть вершина горы, да, похоже? Огроми ниже дом, так. Где, 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 где? Мне нужен... Как я туда попаду? И вообще, где это? Смотрите, огроменный домина. Так, хоть первый аттракцион нашел. Ну-ка. Все уже заплесневелое. Ничего давно не работает. Здесь я не выйду. Все везде в заборе. Так, они там громят. На вершину нужно попасть, реально. А, вот вандалы. Вот вандалы, смотрите, я нашел какой-то. Как вы выглядите? Какие-то сгорбленные мужички. Смотрите. Они построили целый мост. Давай, что это такое? Тогда и запрыгнуть-то. Это что? Какая-то морковь бумажная. И вот я почти на вершине горы. То есть, скорее всего, эта вершина горы почти что недосягаемая. Так, нет текстур. Да, но мне нужно еще выше и выше. Ох ты, еще дверка есть. А я ее вот пропустил как раз. Там дверь и дверь, смотрите. Он не дает сюда пройти. У меня пульс растет. Ой, сейчас разобьюсь. Все. Руку сломал, смотрите, с гипсом лежу. И также нет текстур. Я явно уволен, да? А, ну хотя нет. Итого 0 заработал. Новая смена, давайте нажимать. Что нужно? Опять-таки проверить вершину горы. Я еще не нашел способ, как можно добраться до самого верха. Я вообще почти нигде не ходил. Что за будка? Так, сосед меня постоянно преследует. Так, отойди ты уже. Это что за ракета? Так, если сосед поймает... Ой, я без фонарика был. А, батарейки закончились, прикол.
То есть он в любой момент меня может схапать. Если бы я залез на дом, я бы мог пройти по этим проводам. И дальше бы шел. И поднимался все выше и выше. Мне нужно реально на дом. Тут даже вагонетки есть какие-то. А у меня батареек нет. То есть я сейчас бегаю с гипсом. Так. И у нас выключен фонарик. Сосед боится, даже если на него просто смотрю, так что... Это хорошо. И тут везде крыши, вау. Во-во. Смотрите-ка. Я могу попробовать залезть на крышу. Вот сюда. Давай-давай. Я на крыше. Это явно не предполагалось игрой. Смотрите. А вот я и попался первый раз соседу. То есть наш ориентир — это вот эти провода. И только по проводам мы попадем наверх. В общем, мне нужно запрыгнуть сюда. И не прыгать здесь, а просто идти. Да куда ты? Меня скидывает постоянно, смотрите, прям на соседа упал. Такие смешные часики. Меня, скорее всего, выперли уже с работы. Эти выпнули прям, как будто новая смена. Так вы бы сделали игру-то посветлее. Зачем эти маты это нужна? Так, бежим снова к машинам. Потому что я нашел способ, как перебраться. Вот, смотрите, просто прыгаем. Ах ты, на соседа. Я, конечно, на правильном пути, что я иду вообще в это здание. Но у меня нет, видите, никакого ключа. Скорее всего, он в игре где-то есть. А вот, кстати, люк. Ну-ка, давайте новую игру. Давайте за женщину. Так, совершенно другой ролик будет, смотрите. Она уже едет на машине. Кстати, если бы за нее не сыграл, даже бы не знал, что есть какая-то еще кат-сцена с женщиной. Едет точно по той же дороге, но только на машине. И она как будто бы приехала немножко дальше, чем я приезжал на велике. Смотрите, уже дощечки нет. Door locked. Дверь закрыта. По итогу дверь открыта. Выкидываем. А у нее фонарика... А, у нее есть фонарик, ура. Реально за девушку играем. Так, и нам нужно найти свой домик. Он, скорее всего, где-то здесь. О, слышу звуки. Вода, вода. Воду нашел. Смотрите, сейчас будет женщина. Отвечаем. Я на столе стоял. Прибыть на смену. Галочка. А вот как проверить вершину горы? Видите, там громят огромную статую. Так, пока работает. В дом не попасть.
А если мы перебежим на ту сторону как-нибудь за пределы забора? Нам нужно попасть на эти провода, и мы тогда залезем на вершину горы. Как же это сделать-то? Ну, конечно, баги-то есть здесь. Ой. Мне фонарик бы пригодился. Пока не пробуем баговаться, пробуем не попадаться. Что? Этот полет был критическим, видели? Так, ну новая смена. Кстати, лежит огнетушитель, который кинул я еще за мужчину-сторожа. На. Нам здесь, в принципе, фонарик пока не нужен. Он потом пригодится, когда будем отгонять. Куча машинок. Ой. Уже отгонять приходится. Он издает кряжущие звуки. Кряжует. Так, я вандалов нашел. Они почему-то везде. Так, понятно. Уже первые поимки девушки есть. Ах ты, разбился. Нет. Да, вот этот домик интересный еще. Бам. И прям на лестницу. Все, сосед сюда не проходит. Но я тоже не прохожу. Смотрите, допрыгнул прям с перил. То есть мы можем перемещаться по крышам. Как и в первой версии, которую я вам показывал на канале. Вандалы себя сдают. Они всегда ползают по стенам. Слышите? Кряхтят. Ух ты! А почему он лезет-то? И исчез, видели? Смешные такие вообще. Вот куда он лезет? По воздуху, смотрите, лезет. Лезет, лезет, лезет. Добрался до какой-то невидимой стены. И исчез, как будто бы перелез стену. А, они громят даже палатки. Вон, видите, огонек горит. Спалились. В очень страшных масках они. И сейчас на дерево, по идее, надо залезть. Ага, конечно, я сразу сваливаюсь. Во. До дерева. Она сдала смену. Ну-ка, в магазин. Кстати, мы здесь еще не были. Что здесь можно прикупить-то? Ой, ничего, похоже, я вышел. Смотрите, намек на холодильник смег. Давайте добежим до самого начала. Уволят ли нас? Да. Смотри, в магазин. Во. А вот и сам магазин. Что здесь можно взять? Смотри, кабели. Термос. Ух ты. Нос. Это тот, как будто сторож ходит. Видеокамера. Аппарат для ключей. Так, ну давайте возьмем себе кабели. Они везде просто разбросаны. Коробка. Ну, давайте одну коробку возьмем. Так, не слишком ли дорого? Кабелей можно взять несколько. Кстати, канистры. Помните, они очень серьезно баговались. У меня осталось 8 монет. Телек даже есть. Все, выходим. Сейчас посмотрим, багуется ли канистра. Потому что она не должна была не баговаться. Смотрите, можно выбрать. На тап. Давайте сбегаем к своему дому. Потому что, возможно, там можно кабели применить.
кабель не сюда идет. Тема. Смотрите-ка. Чистое везение. Ах ты, не отпускает. А, я замотался. А, он далеко реально не пускает. Хорошо, давайте мы на этом первое знакомство с альфа-версией соседа закончим. Всем спасибо за просмотр, желтому бриллианту спасибо, что предложил данную игру. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.